Рад всех приветствовать, друзья! Сегодня разберем с вами интересный проект. Проект, который мы сегодня с вами будем рассматривать. Он довольно амбициозный и также масштабный. Проект экосистемы Argentas. И главная цель данного ICO проекта — это сделать все финансовые сервисы быстрее, дешевле, проще, доступнее и безопаснее. Компания планирует связать новые возможности, да, с довольно стильным и удобным интерфейсом. Представьте себе ваше привычное приложение мобильного банкинга в телефоне, но объединяющее в себе не только обычный банковский счет, но также ваш счет в криптовалюте, децентрализованную локальную и внешнюю биржи, и также мгновенные международные платежи с комиссией менее 1 цента. Плюс прибавим сюда доступ к получению кредитам, инвестициям, финансовым инструментам на глобальном уровне, да, и все это в простом и удобном интерфейсе в приложении Argentas. Естественно, для реализации такого масштабного, да, обширного проекта потребуется довольно немало усилий и средств. Над разработкой работает команда, в которую входят сильные специалисты из финансовой сферы, также опытные разработчики, дизайнеры, и в целом команда довольно большая. Давайте посмотрим, какая у нас еще информация есть на сайте. В целом можно посмотреть также небольшие видеообзоры. Команда планирует у нас решать проблемы дорогих и медленных денежных переводов, несмотря на то, что сегодня у нас уже имеется огромное количество, да, проектов, которые пытаются решить эту проблему, но до сих пор мало кто приблизился к показателям пропускной способности Visa. У Visa это более 50-60 тысяч транзакций в секунду. Для сравнения, да, у битка это сегодня 7 тысяч транзакций, у эфира 10 тысяч транзакций, а в сфере международных платежей до сих пор у нас присутствует, господствует такой динозавр, да, как система SWIFT, довольно древняя система банковских переводов, да, и невероятно высокая комиссия. Вторую проблему, которую решает у нас проект, это проблема глобального доступа к финансовым ресурсам различным. Существует задача, да, устранить несправедливость, например, в виде процентной ставки, которая навязана центробанками у нас. И в настоящее время в некоторых странах ставки по кредитам превышают 50% годовых. Это просто нереально, да, абсолютно неконкурентоспособно на глобальном рынке. Третья проблема, которую решает проект, это создание банков нового поколения, которые у нас будут интегрированы с криптой, да. Вы сможете легко вводить и выводить как фиатные, так и свои криптовалютные деньги. Давайте посмотрим, что в себя будет включать разработка, да, платформы. Собственный блокчейн у команды будет нового поколения, как они утверждают. Это блокчейн под названием Hydranet. И пропускная способность, как заявляют нам разработчики проекта, будет до 1 000 000 транзакций в секунду. Проблема масштабирования будет решена как раз посредством
внедрение Lightning Network. Система быстрая, да, довольно-таки. И после запуска GhydraNet альфа-версия будет запущена в первом квартале 2019 года. На этом выпуске все. В следующем выпуске более детально с вами разберем еще аспекты проекта и посмотрим команду. Жду вас в следующих выпусках, друзья.